Ее сын Сергей Антонов, сотрудник болгарской авиакомпании «Балкан», невинный, оклеветанный, тяжело больной, брошен за решетку тюрьмы в Риме. И это тоже работа ЦРУ. Это кинофальшивка, сфабрикована мадам Клэр Стерн. Официально мадам Стерн считается журналисткой, а в действительности правая рука резидента ЦРУ в Италии. Это ее сочинение, своего рода библия дезинформатора. Поначалу не придерешься. Документальные кадры. Папа Римский Иоанн Павел II благословляет тех, кто собрался 13 мая 1981 года на площади Святого Петра в Риме. Звучат выстрелы. Арестован турецкий фашист Али Аджа. Суд без труда устанавливает его личность и приговаривает к пожизненному заключению. Казалось, все ясно. Однако Аджа стрелял не один, уверяет мадам Стерн. Существовал заговор против Иоанна Павла II, заговор коммунистов. Нашли и Франческо Мацолу, возглавлявшего итальянскую секретную службу. Он принялся туманно рассуждать о том, будто за Агджой кто-то стоял. Кто? Из фильма вытекало, что Болгария. Возникла и фотография, снятая на площади Святого Петра, с изображением человека, похожего на Антонова. Но все дело в том, что в день, когда ранили Иоанна Павла II, Антонова вообще не было на площади Святого Петра. А Аджа? Он входил в группировку «Серые волки». «Серые волки» — это турецкие фашисты. На их счету убийство более 3000 человек. Серые волки тесно связаны с ЦРУ, естественно. Неофашистов и крестоносцев из Лэнгли объединяет общие чувства, ненависть к социализму, всему лучшему, передовому. В 1979 году Аджа убил Ипекчи, главного редактора либеральной стамбульской газеты. Бежал, скрывался в Англии, Испании, Франции и в ФРГ, где особенно много турецких мигрантов. Как получилось, что преступник, разыскиваемый Интерполом, свободно колесил по Европе и готовил следующие покушения? Откуда у него пачка фальшивых паспортов? Кто открыл в двух швейцарских банках счета на его имя? Кто? Те же, кто попытался надеть на взятого под стражу серого волка красную шапочку. Центральное разведывательное управление. Именно в Лэнгли задумали всю эту операцию. Возглавил ее директор ЦРУ Кейси собственной персоной. В чем заключался замысел этой акции? Изобразить Болгарию рассадником международного терроризма, а еще настроить католиков против социалистических стран. Невозможно молчать, невозможно молчать, но и просто кричать бесполезно. Кто-то должен начать и буржуя кончать до конца беспощадно, железно. Невозможно молчать, невозможно молчать, но и просто кричать бесполезно. Кто-то должен начать и буржуя кончать до конца беспощадно, железно.